все, друзья, сеточку сбрасываем. Непривычно, но это... Маленькая лодочка? Ну, оно это, руль крутишь туда-сюда, короче. После катера, конечно, непривычно. Хорош, пока тихо, но к вечеру обещают тайфун. Что, подворачиваю? Да, выворачиваю. Да, погода будет нормальная. Ну, ты что? Смотрю, прогнозе все хорошо, все будет. Я маленько переживаю. Накроет. Непогода. Года будет, мама, не горюй. Документы взял, Ром? Ага, там сумки лежат. Ну, нормально. Документы у нас все есть. Так что не переживайте, нам это все легально, все законно. Кошелечком закидываем. Больше подворачивать или не, еще рано? Еще рано. Я думаю, спустите. Ну, как китовую закидываем, да и все. Китовую. Потом петлю сделаем в конце. Течение-то у нас так уходит, да. И у нас она идет правильно. Так у нас сеточка сбрасывается. Что-то она это... Пушиться, да? А это на мокре попросит. Подмочить надо было ее маленько, да? Надо было, ну да, сколько стоял, когда недели две назад ездили. Все, можно друг за берег. Да, я уже подворачиваю. Сеточку нормально закинули. Ну да, ну что, под китовую. Что, веревки солькой сбрасывать будешь? Нормально? Нормально, все, я к берегу подтянем. По веслам, на веслах будем подтягиваться. Нафига? Оборотов много. Нормально. Сейчас поплывем, проплывем. Выбирать будем. Кинули хорошо, ровно. Да. На нос, короче, да, вытяни. А? Да, течение пошло. А это нормально у нас. Блядь, весла еще пипец. Он прям выстрелил вдоль берега, да, это нормально. Нельзя потянуть. Да, кочерышки неохота ловить. Что, за ней пойдем? Она все выселила. Мы только так и будем сейчас. Так удобнее будет вдоль берега идти. Что там, кочерышка? Давай, что.
Ну, нас выстелило вообще капец. Сильно берегу много взяли. Да, вода. А? Да, она на мешках по-любому. Или что, или больше. Ну было же что-то там, да? Вот там рыбка есть 100%. А? По-любому. Вот здесь он бьется. Что-то тишина. Тишина, тишина. Нету, да? Как ни хрена себе? Вот здесь вот должна быть. Ну, вытаскивай. Че, вообще глухомань? Харю? Да ну нафиг. Даже касатки нету. Да, ставом, наверное, делать надо. Вот такая вот рыбалка у нас с сетями. Ни одной рыбки нет. Прошли хорошо. А? Хорек, морек. Проха, наверное, там уже пол мешка наловил, наверное, сазанов. Пока мы тут. Она лучше ловится. Она спиннинг, наверное, лучше. Самолеты летают, мешают рыбачить. Да? Конечно, виноват кто-то другой. Все? Поплыли. Вон, беда выскочил. А? Вот впереди выскочил бы. Блин, может заплыть так вот посередине здесь отсюда? Что, на табор? Давай, не, на заплывем, ну вот. Сразу? Без переборки? Конечно. Очередной раз заплываем. Все, переключился, погнали. А? Сейчас, Ром, давай я выстелю его. Давай. Не, я хочу буй спустить, а потом поворачивать буду. Все, пошел, сбрасывайся. Лодку пипец вообще, она прям это рукой туда-сюда дивернул, уже ушла. Второй раз, короче, заплываем. Ну что, сеточку смочили. Рома, правая нога, рижаки, все, сошла. А? Блин, самолеты летают, капец, все рыбы пугают. Что, до поворота будем плыть, да? Да, до конца, до утра. Тогда что, я подворачиваю? Да,
чтобы выровнять к этому. Выселим сейчас сеточку. Сеточку бросили, а сейчас вот подкошелю. Иди, Ром, садись, рули. Давай, бросай, бросай руль. Вот тут уже все, второй заход. Не везет, и как с этим бороться? Нормально. А выход есть. Надо налить поди 5-5. Да ему, походу ему надо не пиво, надо спирта. Наверное, спирту хочет. У нас самолеты тут летают. Самолеты достали. Показывать не будем. Нельзя. Нельзя. Шпионами будет. Шумит, пускай шумит. Ну, нормально, вообще хорошо заплыли. Прям идеально. У нас вот так вот идет, кажется, что она выселивается. На самом деле течение-то вот так идет. Да, да, да. И мы кошелем идем. Ну, вот сейчас до того мыска проплывем. А мы все, короче, друзья, плывем, плывем. Вот я хотел чаек снять, а они все, короче, повлетали. Я в карман полез за камерой, короче, они, вот и последняя пошла. Вот тут закуточек такой приятный. Вот его поблизить, вот пробить. Здесь вот в этом закутке. Да, мы его блесканем сейчас. Вот у нас сеточка наша выстелилась уже. Да, почти выстелилась. Это на косу сейчас, Рома, зайдешь. Да, давай. А это какая-то плюшка там плавает, пластик. А так, да, сюда, наверное, на эту косочку. Да это похоже на рыбу, да? Ну, похоже, нет, это пена, пена. Пена, пена, пена. Слава богу. Пена. Слава богу, что это пена, а то... Сейчас протоку оттянемся туда. Да, скоро будем выбирать. Думаю, может, на уху-то что-нибудь наберем. А да у нас... Будем голодать. А у нас Проха, наверное, по-любому там что-нибудь наловил. Иди, это убил уже, блин. Да, и сейчас такую уху сварил. Мы придем сейчас... Вкусняшка. Лук, укроп свежий, все есть. Все четко. Молодая. Ну, ладно, плывем дальше. Так, все, короче, выбираться будем. Опа, на веселку, да? Да, все, друзья, короче. Быть или не быть. Был или не было. Ну, а то у нас не хочется консервы есть. Второй раз. А то говорят, там сетками ловят рыбу, блин. Да мы тут мы рыбу ловим, блин. Вообще ничего не ловим. Мусор собираем. Так-то нормальный кошелек, вообще хороший. А? Жопы? Блин, почему? Есть? Да. Я бы вообще лучше правым бортом зашел. На выборку вот на правом бортом лучше. Давай вот так вот. Вовнутрь туда лодку захожу. Так будет веселее. Во. Все. Вот так будет лучше. Там сеть полная рыбы. Хоть бы касатка какая-нибудь прилипла. Ну. Во. Сейчас она. Сейчас она нормальная. Палочка маленькая. У нас самолеты летают, шугают всю рыбу. Да, течение тут, короче, на развилочке привстало чуть-чуть. Да, что-то подцепили, наверное. Блин, я чувствую, блин, наверное, ставить надо, короче. Надо ставить, я понимаю. Ну, что-то у нас плаваем вообще никак. Вся рыба воды много нам. Вся, наверное, под берегом сидит. Вот теперь надо поворачивать назад. Вот теперь надо так. На мазута. Так, ну давай там желтощеков вытаскивай. Осетров.
Что, буй свернула. Что там, не вывернуло, нормально? Нет, ну все. Блин, я вообще что-то не пойму. Где рыба? Мы тут приехали, три канала YouTube. А, уже все подвернуло. Короче, вытаскиваем. Давай вытаскиваем просто. Я поворачиваю носом. Ой. Да, тут пристало. Охренеть, мы сколько? Часа три, наверное, уже, да, с тобой? Я не помню, что так с рыбой было. Бонусы такие. Вообще два хорька. Наверное, Проха там на ведро уже карасей наловил. Все, теперь спиннинг и стамнушки. Охрёк! Второй! Не, короче, летом сплавляться. Сейчас, наверное, китовая начинать скоро будет. Здесь, кстати, вот тоже сом, наверное, хорошо ловится. Глубина. Ямище здоровая. Ну, до косы, до следующего. Офигеть. Проха скажет, рыбачки еще те. Мы-то что, виноваты? Ну да, мы же рыбу тут не. Не, я рыбу ращу, как бы, но. Так, ну что, друзья, двигаем. Самолеты летают. Походу просто рыбу шугает, она убегается. Запарили, уже 30-й летит. День такой у нас, короче, дикий. Вот, короче, приехали. Два заплыва, ни одной рыбки. А Проха у нас только фидер кидает. Нормально, хорьки бывают. Зато в китовой, наверное, хорошо наловим, да? Давай, босяцкий запрос. У нас 12 лицензий. Ну, 12 человек, что теперь? Опа! А там ямище. Давай, Проха, а то мы тут без сазанов уже жить не можем. Уже тут, о, ни хрена у тебя тут вообще, кормушки всякие эти. Андрюха уже поднакатил. Там просто вообще жесть. Да не, мы безалкогольное пьем. Расположились тут, короче, за в радиусе 100 метров у нас тут вещи. Мы вот такие места хорошие там для блесны. Сейчас поедем, короче, блеснить скоро. Сейчас сеточки поставим, короче, и блеснить будем. Самолеты запарили. Да сом, что он, пока он. Ну, ночью будет ловиться нормально. Донку надо ночью кидать. Сом долбанет. Да печенка, она быстро вымывается. Нарезку сделать, ну. Мы думали тоже сейчас поймаем и нарезку сделаем. Ладно, друзья, короче, все. Так, короче, с тобой. Сплавная рыбалка у нас закончилась. Не оправдала себя. Да, сетку, короче, назад. В мешок поедем, поставим. До вечера что-нибудь поймаем по-любому. Сейчас поедем в рыбные места возьмем. Конечно, читеры. Давай, давай, лови сазанчик. Мы с Ромой еще, блядь, на блесну сейчас поймаем таких вихоглядов. И во сне не снилось. Еще, пока еще рано. Солнце еще высоко. Да, солнце вообще не видно, блядь. Такая погодка нормальная. Не жарко. Надеюсь, у нас пару дней. Что, поймал? А? Близко? Нормально, далеко не разошлись. У тебя корм вылетел, ну, надо сейчас заправляться. А, он кормушку кормит. Нет, корма должен вылетать. Он точку кормит. Точку? Да. Вот такой мешок. А, это мне в ЖДХ Аня подарила. Это хороший мешок, кстати. Удобный. Бывает, подводишь там бедных. Кое-как там под самую завязку еще висит. Проха вот начинает, давай. Полетел. Я там метров 15 летело. Не надо далеко, вот яму кидай, вот сюда, и все будет нормально. Да я же мне как-то даже без пеконки бы выловилось. Червей не было, да? Хлеба намять, да и все. Давай, что, наберем твою рыбу. Ну, поставим. Здесь пометка.
Это он поставит, короче, на входе. Первый. Второй он поставит детковую на две просылки. Нет, наверное, второй он поставим. Сейчас вот поставим. Так, короче, набираем плюшку. Танюшку. О, вот нифига. И тут там. Опа! Это что за сюрприз, блядь? Видел здоровое такое. Что и навертело? Точно не перебирали. Рыжачок. Мирачок. А ну косичкой, смотри, его вообще снимать. А косичка, нет, там только начало три крутки. Это я вот. Чего, Проха, крест клюнул? Ага. Я смотрю, как будто там это, кита вытаскивает. Фонтанчик такой идет. Кормлю. А кашу маслом справил? Сазанчики, карасики на картинках. Рыбачки. Мошки зато нормально. Мошки, ладно. Не летают, а летают. Да. Они едят. Ну да, когда вот дождик пойдет, тогда будет есть. Вообще. А что ты камеру не включил? А что тут снимать? Ставить будем снимать. А кончик у нас вот такой. Приехали на катере по ней. Да, и короче все завернули и в итоге. Ремонтируем, ребят. Да, ремонтируем. Вот сетки вот так ремонтируются. Лоп. И все, и нету ничего. Да. Вот так вот, короче, мы здесь. Происходит ремонт. Сейчас привяжу этот костер. Так вот у нас тут обстоят дела, спиннингов миллион стоит, короче, и рыба не клюет вообще, бля. Походу только вечером. Веревка. А так, выстелила и пускай плывет до Комсомольска. Заморачивался там, привязывал. Ой, ладно. Уши, расставнушки, что-то подряд. Да. Расставнушки-то просто. Расставил, да, и все. Не говори. Что там, ладно. Сплавная, главное, да, чтобы течения не было, остальное пофиг. Да, сплавная сюда там сложности, а? Там. Это точно. Очень круто. Проха там косичку, косаточку пытается поймать. Да хоть кто-нибудь вас накормит, а ну, сом спит, никто не ест. Голодать ничего. Голодать скоро будем. Походу, Ром, нам надо спиннинги брать, короче, и не это, мозги не компенсировать. Палатка с Алиэкспресс. 5 секунд уже стоит. Палатка стоит. Второго этажа нету? Нет, как-то отстегнулся. Не пристегивали больше. Ну, нормально, что. Она дождь про это. Не-не, в ливень попадали конкретно. Лента нету. Под низким? Слушай, нормальная комбосяцкая подлатка. Да, она легкая, летняя такая. Надо вторая то... есть с тентом большая. Надо тоже такую. А это вот, я кинул в штуку. Хоп. Да, тут 15 человек лазит. Ну, трое бы влезали в нее. Ну, вообще классно. Вот тут будем мы ночевать, ребята. Все нормально. Так, ну все, сейчас перекусим и поедем. Короче, друзья, начался дождь. Мы сеточку набрали. Дождик льет. Затянуло, похоже, часа на 2-3, да? А, короче, капец. Охренеть, вообще просто зальет или льет и льет. Все, подъезжай. Это ставнушка будет? Сейчас, ребят, ставим сетку, ставнушку. Да. Все нормально? Короче, пацаны, два захода. Вау, нифига вообще.
Да, на ночь поставим сеточку, может пару карасей поймать. Рома, все? Да, Андрюх, дай мне грузил, грузил. Я пока нами там. Не, спускай, спускай, надо было это. Блин, оборотов много. Много-много. А? Ну да. Все, готов? Не, нормально. Че, до этого, до острова дойдем? Не, Андрюх, ты вот туда, вот туда. Вон где кто-то сливаем, где просто. Я вот понял. Вот это, что там, идем нормально? Да, нормально. Здесь глубоко. А мы на обратке сюда зайдем. Давай, ну. Нет, карасей по. Да. Может, кто-нибудь пропадет. Почему ее первую ставим, это? Карасик пойдет. Ну, я на кувшинке иду. Ну, тут не влезет. А на те? Лезем, блядь. Ну да. Да тут сетка 80 метров. 80. Ладно, 25. Китайская? Китайская. У нас все китайское. У нас хлеб китайский. Доллар китайский. Дзинь, дзинь. Китайский уже там. Третий болтос. Мы обрезали, видали, когда мы набирали. Все маленько по дровнях. Накрутили, короче. Рома, груза-то нету? Камешек только. Все, да? Я заглушу. Груз, короче, со старой сетки. Что, подобрали, ты привязывай, да? Ну, больше нет ничего. Да есть, ну, на берегу. Камней на берегу много. Все, двинули потихонечку. У нас вон рыбища здесь плавает. Жарить. Ау. Нет, мы сейчас это, 50 грамм, а потом пойдем проверить. Так, ну все, короче, выпуливаемся. Блин, этот залив такой знакомый. Походу, я где-то в 90-е годы здесь рыбачу. Я его видал, я его знаю, но я не был. 90-е годы я здесь рыбачу. Рыбачил здесь, иди, садись, рули. Есть товарищ один, который без прав. Без прав. Без прав, короче. Вот, смотри, смотри. От берега, вон пушки пошли. Вот. Да, рыба уходит. Пятки, первый раз в жизни. Ближе к центру, там коса. Мотором управляем. Ну-ка, вот здесь, вот сюда выгребаю, здесь русло, а здесь... Правее еще вот правее. Вот сюда, еще правее. Вот к кустам. Вот куда хочешь, туда и поворачивай. Вот и... русло идет, ну. Ну, примерно вода. Сейчас косу по-любому зацепит. Не, прошли. Здесь нормально, я прыгаю. Прошли, ребят, первый раз прошел. Так, все, короче.